Человек рождается не для того, чтобы бесследно исчезнуть никому неизвестной планетой. Человек рождается для того, чтобы оставить после себя след. Оставить после себя заметный след мечтают и надеются многие, но мечтать недостаточно. Этого можно добиться только каждодневным целенаправленным усилием. Булуч Рамши, всемирно известный кинорежиссер Пакистана, также был одним из тех, кто оставил неизгладимый след своей жизнью в истории целого народа и страны. В этой программе мы постараемся рассказать обо всех достижениях этого человека. Мы постараемся раскрыть Булата Шамшиева не только как творческую личность, но и как замечательного семьянина, отца и супруга. Уважаемые телезрители, мы сейчас находимся в квартире, где жил очень известный кыргызский кинорежиссер Булат Шамшиев. Ахам, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, как вы с ним познакомились? Ну, мы с Булатом Толеоновичем познакомились на работе. У меня одна женщина, с которой мы дружили, говорит: у одного очень хорошего человека проблемы, давай мы поедем, поможем ему, что-то ему может быть нужно, говорит. А я говорю: я же не знаю, ну как помочь чужому, незнакомому мне человеку. Был пожар, и у него загородный трехэтажный дом сгорел, и у него украли большую сумму денег, и очень были такие проблемы у него. Познакомились, и он начал в тот день за ужином расспрашивать, откуда я родом, где училась, все о моей семье, кто мои родители, чем занимаются мои братья, сестры. Вот, и я в тот день, ничего не скрывая, все рассказала. Где я работала? Он даже у меня номер моего телефона взял. И вот так мы, поужинав, разъехались по домам. То есть вы не догадывались, о чем? Но это я узнаю через много лет. Вот. И Булату Толеоновичу, видимо, я понравилась. Он со следующего дня после знакомства начал каждый день звонить. Мы долго разговаривали. Потом предлагал: давай поужинаем. После ужина он сразу отвозил домой. Вот так где-то 2,5 месяца. Потом приехал к нам домой, познакомился. Потом мы поженились, и у нас вот так появилась семья. Это ваш первый брак? Это мой первый брак, да. И как вы дальше жили с ним? Каким он был человеком по характеру? Ну, по характеру он такой... Ко мне он относился очень нежно, романтичный. Он разные сюрпризы делал, разные подарки дарил. Очень было романтично с ним, конечно, интересно. Он же еще рассказывал такие истории. В Советском Союзе он же объездил почти полмира со своими известными фильмами. И рассказывал, что там, как было. И так было смешно. Мы могли до утра сидеть и разговаривать на любую тему, и так не уставать друг от друга никогда. Представляете, так было интересно. Айханам, это можно назвать любовью с первого взгляда? По-моему, да. Лично я чувствовала, да. Потому что мне было хорошо с ним. Очень хорошо. Он заботился, постоянно был, спрашивал, что надо, что к чему. Ну, внимательным был очень, конечно. Какая разница в возрасте? Ну, больше 30 лет разница. Ну, почти 40, можно сказать. Как вы думаете, возраст не помеха для любви? Любого возраста даже? Я думаю, вообще, у нас вот не чувствовалось разницы. Не помешало вам? Вообще не помешало нам. Вот. А думали, она по-другому, вы по-другому, да, как вы более же
современной, да, девушка, а он все-таки человек того времени, да, советский человек. Это сказывалось в его жизни? Ну, нет, с первых дней, он же наоборот современнее меня, наверное, был, даже если я молодая, вот намного младше, но он-то видел весь мир, и он более так все знал, и даже мне подсказывал где-то что, как. Например, я не умела краситься, он сам мне делал макияж. Даже так? Да, и научил меня краситься. А скажите, в какую семью он вообще сам вырос? Он родился в Бишкеке, в интеллигентной семье. Отец Төлен Шамшиев, он писатель, поэт, участник Великой Отечественной войны, преподавала в мединституте, работала в первом роддоме. И вот ее ученики, вот ученицы до сих пор вот работают в роддоме, и они рассказывают, какая мама его была строгая, чистоплотная, очень требовательная, с таким характером решительным. Видимо, Болот Төленович характером пошел, наверное, в маму. Да, она была очень требовательная, говорят. Вот. А про свое детство он рассказывал? Как он вырос вообще в детстве? Счастливое детство было? Я думаю, очень счастливое детство было. Много было друзей. И постоянно вот вспоминал, особенно последние годы своей жизни, он вспоминал своих родителей. В каких ситуациях и что когда-то было, что говорили родители. Бывали и грустные моменты, и бывали смешные моменты из его детства. Например, рассказывал, все во дворе, друзья его, и постарше, и младше, говорили, называли Болота Төленовича «Балатайский, Балатайский». Почему? Я спрашиваю, почему? А он говорит, потому что мама выходила на балкон и звала меня «Балатай, Балатай!» И у него вот до окончания школы была, наверное, такая кличка, может быть, да, «Балатайский». Да, очень было смешно. А он не рассказывал, как начинал свою деятельность и творчество свое? Приехал дядя, мамин брат, и говорит, куда ты будешь поступать? Вот последний год учебы, да, вот школу закончит, и через полгода куда ты пойдешь поступать? А он говорит, ну я еще не решил, не знаю. А дядя говорит, ты знаешь, сейчас поступи в ГИК. Вот открылся, давай, ты будешь артистом. Но его мама сказала, артистом никогда. А тогда дядя говорит, может, ты тогда режиссером? Ну, тогда режиссером. Это режиссеры, это уважаемые люди, тогда можно, сказала мама. То есть это его не по призванию получается, а подсказали ему, подсказали, так? Да, дядя приехал вовремя и подсказал. И? Ну и поступил, ну не с первого раза, на второй год поступил. И во время учебы на втором курсе он даже снимался в главной роли фильма «Щепетко», «Зной». Все-таки да. Был актером. Да, он еще актером начинал первую свою актерскую деятельность и один раз. Потом окончил и сам начал уже снимать. А первая его экранизация или фильм, что он снимал? Это его дипломная работа была, «Манасчи», о Саяхбае Каралаеве. И он там с ним где-то полтора года жил. Даже? Да, жил и видел, как по-настоящему Саяхбай Каралаев, он прям в трансе, не по несколько дней рассказывает о Манасе, да. Он даже не пил, не ел, и он мог даже вот рассказывать, двигаться то туда, то сюда, его могли поднять и люди принести, потом посадить заново, и он этого не чувствовал, он где-то вон там, где-то в трансе был. Рассказывал. Он же снял «Манасчи».
И это фильм «Манасчи», его дипломная работа в Германии, в Оберхаузене, занял гран-при. Гран-при? Да. А дальше какие фильмы? Дальше 26 лет Болот Толенович снял по произведению казахского писателя Мухтара Ауэзова «Выстрел на перевале Караш». Ну, это был в то время очень такой сильный фильм о добре и зле. Кстати, вот в главной роли это Сюймөнкул Чокморов играет. Да, Сюймөнкул Чокморов — это первая, это дебютная роль, которая после этого фильма в нескольких кинофестивалях в разных странах получил приз за самую лучшую мужскую роль 4-жды. Здорово. Да. И, конечно, 26 лет, это, ну, после этого фильма все, наверное, признали его, что он сильный кинорежиссер. Потому что фильм, картина-то очень сильная. А дальше экранизировал? Дальше экранизировал с Чингизом Төрөкуловичем Айтматовым. Вот у нас есть даже совместные фотографии. Дружили с семьями. И они, когда, ну, до меня еще в молодости, они вместе написали сценарий по произведению Чингиза Төрөкуловича Айтматова. 4 фильма экранизировали они вдвоем вместе. Эти фильмы, это самый главный фильм, это «Белый пароход», «Ранние журавли», «Восхождение на Фудзияму». Четвертый фильм – это «Алые маки и Сыкуля». В этом году, да, в этом году уже 50 лет этому фильму. А он еще о чем мечтал? Несбытая мечта есть? Остался у него? Да, он 30 лет не мог снять фильм, он очень мечтал снять фильм. О чем? Фильм, вот, где вот в книге написано же «Я помню Эсимде». Здесь он очень хотел снять вот этот фильм «Я помню Эсимде». Но этот рассказ после военные годы, как он готовился к этим писанию этой книги, например, да, 2,5 месяца в архиве сидел, поднимал послевоенные документы об Исабаеве, полковник Исабаев. Он был очень честный милиционер. Благодаря ему все эти преступления послевоенные, после войны, было же много преступников. Вот, благодаря полковнику Исабаеву эта преступность остановилась. Он был очень честный милиционер, раскрываемость была супер, он очень тонко работал, говорят. И вот эта книга об этом хотелось, он очень хотел, да, экранизировать. Ну, конечно, мечта несбыточная, что вот эта книга первая, а еще должна была быть вторая книга, продолжение. Но продолжение мы никогда не узнаем, потому что он забрал с собой все свои мысли. И также мечтал снять вот этот фильм «Каба храброе сердце». У нас в Сусамыре, где я родом, Джумгал, рядом Сусамыр, там был у нас такой батыр Кожомкул. Был очень добрый, ростом больше 2 метра, 2,30, некоторые говорят, 2,20 с чем-то. Но был очень такой добрый. И хотел написать сначала об отце его, потому что здесь есть тайна, как Кожомкул родился. Ведь он был 7-й ребенок, а до него все дети в младенчестве погибали. И как он выжил? Вот в этой книге есть, как он, вот Кожомкул, выжил. Хотел очень написать вторую, продолжение вот этой книги.
теперь было бы о Коджумкуле. Но, к сожалению, мы тоже не узнаем, потому что он все свои идеи, мысли забрал с собой. Это очень жалко, конечно. Ага, судя по тем, по темам, да, которые он затрагивал, снимал фильмы, писал, он был национальным человеком, да? Да, конечно, он любил Кыргызстан, объездив полмира, увидев там все, что здесь почти тогда же не было, и все это своими глазами увидел, понимал. Но когда ему предлагали большие гонорары уехать в Америку и там остаться, он несколько раз отказался. Он сам говорит, в молодости ему такие гонорары предлагали, но он не захотел. Ни за какие деньги не бросил свою страну. Не захотел. Ему это не было интересно. Потому что он историю-то хорошо знает. Вот эти все исторические же. И моносеанство тоже он 40 лет изучал. Просто так он тоже не мог снимать фильмы, не зная историю. Вот вокруг него многие люди, коллектив, с кем он работал, да, очень, наверное, многие знакомые, друзья, все-таки знаменитый человек, да, кинорежиссер. А как к нему относились люди? Люди к нему, к Болоту Тулюновичу, относились очень уважительно. Они очень уважали его. Спрашивали, ну как вы, даже по улице идешь, они все приходили здороваться просто, спросить, как вы, как поживаете, как ваше здоровье. И нам было очень приятно, я же рядом иду все-таки тоже, все люди помнят, знают. И спрашивают, вы когда еще следующий фильм снимете? А он хотел снять фильм уже в зрелом возрасте, говорит, я бы мог снять фильм, продолжение тех своих фильмов, например, тот же «Белый пароход», ту же «Волчью яму», как в России, например, сейчас делают, что старые фильмы, продолжение, что уже взрослые актеры, уже другие, да, в возрасте актер, те же актеры уже продолжение. А он говорит, я бы мог снять продолжение тех фильмов, и у меня получилось бы намного лучше, говорит. Он был уверен, ну, да, мудрость, пришла, мудрость уже, опыт, и все он увидел. Говорит, я бы снял бы запросто, говорит, но это было бы уже суперфильм. А как он относился к людям вообще, окружающим? Всегда уважительно, всегда любому человеку на «вы». Пусть он даже будет, те люди будут моложе, но так относился и нежно, чутко, конечно, спрашивал, что нужно, как. И сами люди, которые приходили, просили помощь, он безотказно помогал всем. Если даже именно сам сейчас не может, он звонил там своим друзьям, чтобы помочь такому-то человеку, помогал всегда. Айхан, следующий вопрос у меня к вам такой. Вот чтобы снимать фильм или экранизировать, это нужно творческий подход, внутренний мир, да, человека, состояние души, чтобы видение, да, воображение. А в каком состоянии он находился, когда он готовился к съемке фильма? Ну, сначала, когда он готовился, поднимал архивы, да, начал писать, например, сценарий, он бывал замкнутым. Днем он мог чуть-чуть поспать, он работал по ночам, писал. И как закончит то, что написано, принесет и говорит, на, читай, прочитай. Я как первый это, читаю, первый читатель. Первый читатель. Читатель. Да. Читаю, говорю, нужно, ну когда будете снимать? Ну когда? Я его тороплю, давайте, давайте снимать. А говорит, ну были бы деньги, я бы снял. То есть финансы тоже были проблемы, да, с финансами? Проблема с финансами, вот, не получалось снять. А так у него написанных же много. Сценарии, вот эти романы, короткие есть такие, интересные, очень романтичные.
Он мог бы снять, если бы были финансы. А какой из тех фильмов, которые он сам снимал, он любил и назвал бы своим детищем, да, вот, творческий вот этот результат его? Часто говорил фильм по произведению Мухтара Ауэзова, это казахского писателя, 26 лет снять такой сильный фильм, выстрел на перевале Караш. Он говорит, вот этот фильм, если бы было бы продолжение, ты знаешь, был бы такой супер. И он гордился, что он в 26 лет такой фильм снял. Скажите, он любил смотреть свои фильмы, которые сам снимал? Да, мы однажды хотели посмотреть фильм, который нам из Москвы передали, уже оцифрованную. И мы смотрели, например, «Белый пароход». Я все время, когда смотрю, плачу, потому что мне жалко вот этого старика, дедушку, вот этого мальчика бедного, который все время ищет отца, без родителей растет. И вы знаете, он тоже плакал. Потому что он сам видел. Потому что это из жизни. Это из жизни. Он же видел в детстве таких стариков, да. Таких детей. Он же в детстве все это видел, он прожил все, он чувствовал все это. И мы, пока не закончится этот фильм «Белый пароход», мы так плакали. Представляете, он тоже плачет. Айхан, сколько лет вы с ним прожили вместе? Мы прожили 12,5 лет вместе. У нас трое прекрасных детей. Двое сыновей старших и младшая дочка, его любимая дочка, которая похожа характером и внешне на его маму, на Авину Мурзаходжаевну. И рассказывал, если бы моя мама была жива, она бы так любила бы наших вот этих троих детей, говорит. Как жалко, что она не увидела. Давайте, наверное, сначала начнем с дамы, да? Как зовут? Аяна. Сколько тебе лет, Аяна? 8. 8? В каком классе учишься? В 2-м. Ты помнишь отца? Да. А каким он был человеком? Добрым, хорошим писателем. Очень любил писать книги. И день за днем писал. Мы дарим его книги нашим друзьям. Наш папа – это супер писатель, супер кинорежиссер. Алинур. Как вам запомнился отец? Родным человеком. Угу. Отцом. Отцом. К чему он учил вас? Учил хорошо жить, относиться хорошо к людьми, хорошо учиться, делать добро. А ты хорошо учишься? Да. Какие оценки у тебя? 4. А в каком классе? 7 класс. 7. А кем хочешь быть? Ну, наверное, аниматором, либо программистом. Программистом. А давайте познакомимся с вами, молодой человек. Как зовут? Эрназар. Эрназар? Да. Что скажете об отце? Ну, он был хорошим. Какие фильмы ты знаешь? Ну, «Волчья яма», «Белый пароход», «Они журави» и «Выстрел на перевале Караш». А вы смотрели эти фильмы? Кто-нибудь из вас? Да, смотрели. Я смотрел... О чем он писал? О жизни людей всяких. И я думаю о жизни, о добре и зле. Те люди, которые снимались, они любят своих родных и все время думают о них. Вот ты молодец. Последний раз, который тебе запомнился? Ну, когда он подарил мне платок. Буду хоронить. Ну, последний раз мы с папой сфотографировались в больнице. У меня все еще есть эта фотография, я ее храню. Хотел бы быть таким же режиссером, известным? Я занимаюсь музыкой, фортепиано.
Ну, это может быть как хобби, а вообще по профессии кем хочешь стать? Ну, я не знаю, у меня же молодой возраст. А скажите, вот за 12 лет, да, вы, которые прожили вместе, вам никогда в голову не приходило такое, что вот возраст, все-таки у него 40 лет разница, это будет сказываться в вашей жизни с детьми? То есть его уже нет, а дети будут расти без отца. Ну, вначале у нас такие были сильные чувства, об этом не думай, человек. Это вот сейчас я думаю, и тяжело. Наверное, дети вам задают вопросы. Также спрашивает отца, вспоминает его. Конечно, нам его очень не хватает. Хотелось бы, чтобы он еще прожил хотя бы 10-15 лет, чтобы дети выросли, стали на ноги. Он всегда говорил, наших сыновей мы отправим в Америку учиться. Вот, мы их поженим, дочку выдадим замуж. Но я поверила в это. Я думала, что мы вместе всегда будем. Мы всегда же ездили, путешествовали с детьми. Вот. А сейчас нам не хватает. И каждый день мы говорим с детьми, рассказываем. И иногда смеемся, что папа говорил, что он делал. Смешные такие у нас были истории, когда путешествовали. Он всегда был за рулем, нас возил отдыхать куда-то. Вот. И нам его очень не хватает. Его мудрость, его слова. Но я вспоминаю и рассказываю своим детям. Вы как супруги уже, у вас, я насколько знаю, уже есть информировано, что вы ездили в разные страны. Это была рабочая поездка или семейное путешествие? Ну, вначале, когда мы поженились, это была рабочая поездка. Когда мы поженились, он был советником президента. Мы поехали в Китай, вот, поехали, были в Пекине, в Сиане, это была рабочая поездка. Потом еще уже с нашим старшим сыном, ему было 8 месяцев, в Америке мы прожили, в Америке мы в Лос-Анджелесе были, во всех городах Лос-Анджелеса были, в Лас-Вегасе были. Нам там наши кыргызская диаспора, наши земляки возили каждый день по очереди, показывали Америку. Вот. Нам было интересно. Потом мы прожили в Казахстане, в Петропавловске. Болоту Толёнычу предложили должность художественного руководителя. В Петропавловске проработал Болоту Толёнычу 2 года в казахском театре художественным руководителем. Вот. Тогда у нас было 2 детей. Мы приехали по Казахстану, в Нур-Султане мы были, в Алмате в гости приглашали, по Кыргызстану, например, объездили Иссык-Куль весь, да, тоже приглашали нас с детьми на машине, он был за рулем. Ваши в Джалабаде побывали, в Нарыне, мы часто были вместе с детьми. Я вам задам вопрос, наверное, покажется вам болезненным, но я считаю, что этот вопрос тоже надо задавать, потому что со стороны есть у нас общество, которое все видит, все знает, у кого как складывается жизнь. Это у вас любовь, я уже поняла, вот 3 детей народили, вы одни теперь будете. Ну, иногда говорят, что вот таким браком, когда разница, да, вот такая, вот возрастной вот этот самый брак, по расчету. Как вы думаете? Я не думаю, что у нас был брак по расчету, потому что когда мы первый раз познакомились, у него сгорел дом, украдены были деньги, ничего говорить не осталось у меня, вот этой, кроме вот этой квартиры ничего нет. И он очень благодарил меня, что
Я его не бросила вот в такие моменты. Тебя Бог отправил именно в трудную минуту. И ты не ушла, не бросила меня, помогала, как могла. В каком году жизнь скончался? Ему 78 было, и через месяц исполнилось бы 79. Последние не минуты, скажем, жизни, дни, что он вам наставлял? Что вам посоветовал? Он говорит только о детях. Говорит, смотри хорошо детей в больнице. Всегда улыбайся. Как вы его запомнили, как человека, как любящего вас, мужа, семенина, отца? Как вы его запомнили? Я его всегда вижу добрым, и даже во сне приходит, что он всегда улыбается и спрашивает, как ты? И такой улыбка такая, говорит, ну как ты? Все хорошо, не переживай, все будет хорошо, говорит во сне. Меня смешит, что-то дарит мне во сне. Я всегда его о нем думаю мысленно, может быть, я сейчас общаюсь с ним. А в связи с его творчеством у вас впереди есть какие-нибудь посвященные к нему что-нибудь? Мероприятие, скажем, может быть, что-то у вас в душе есть? Ну, у меня планы есть, конечно. У меня много планов, например, здесь вот в доме вот повесить мемориальную доску. Да, я это хочу. И дай Бог, я когда писала письмо в Министерство культуры, они сказали, только через 5 лет, но через своих спонсоров или кого-то сами. Ну, дай Бог, что это. А как оценил его труд государства? Ну, государство, не только наше государство. В Средней Азии такой режиссер только один. Вот, Леонид, больше нету никого такого уровня. Все говорят, например, из Казахстана, наши знакомые пишут, звонят, спрашивают, как. Не забывает нашу семью, спрашивает, как наши дети. Конечно, очень такого уважаемого человека из Москвы тоже звонят, спрашивают, поддерживают меня, помогают. Очень добрых людей много. Дружил он часто вот так по душам, мог разговаривать с оператором Манасом Мусаевым. Все-таки они 4 фильма сняли. Да, Манас Байке, он даже он без слов понимал Болот Толенович. Он такой оператор сильный. Что хочет Болот Толенович, то и он делал, ну, без слов даже. Друг друга понимает. Я с Болотом познакомился в 1962 году. В то время снимался у нас на Харвицфильме фильм по произведению Айтматова «Зной» назывался. И Болот играл там главную роль. Учился уже на втором курсе в ГИКа. Вот с тех пор я познакомился с ним. Через 2 года я поступил в ГИК. После окончания приема, ну, служил в армии, очень долгая история. И я закончил в 70-м году, и в это время Болот снимал фильм «Алый мак и сукули». И говорит, Манас, будешь работать? Я говорю, с удовольствием. И он мне взял на картину «Алый мак и сукули». Это с 70-го года, и почти 50 лет мы вместе были. Вместе. Да. Каким он был человеком? Он был очень требовательным. Он был требовательным и требовал от съемочной группы тоже аккуратности. Он был чрезвычайно талантливый человек. Он мог и рисовать. Он писал, вот последние годы сидел без работы, но он не сидел сложа руки. Он написал и опубликовал 2 больших произведения. Вот книги написал. И сколько киносценариев он написал. Так как мы дружили вместе, он мне рукопись передал, я с удовольствием читал и говорил свои соображения. И
Я с Болотом снял, по-моему, 4 художественных фильма. Это первый фильм по произведению Акматова, назывался «Эхо любви». Там снимались наши известные актеры, актрисы. Угу. Второй фильм – это «Белый пароход». И очень популярный был в Советском Союзе фильм. Нет, фильм назывался «Волчья яма». Двухсерийная картина. И это в том году, как мы завершили, это был рекорд по посещаемости в Советском Союзе. Где-то 33, что ли, миллиона зрителей посмотрело. И я хочу сказать, было долгое время не снимал, я ушел в университет, стал преподавателем, и вдруг он мне звонит, мне дали картину, давайте снимать вместе. Я с удовольствием пошел. Я написал, уволился от университета, отпросил. Красноторецкий университет, там зарплата очень большая. Я от этого отказался, пошел работать с ним. Но, к сожалению, фильм не завершили, потому что очень разные были причины. Очень рассказывают очень долго, очень, к сожалению, не удалось. Угу. Я так хотел, первый художественный фильм, который снимал с ним, я думал, последняя моя работа в кино будет тоже с ним. То есть вот такой круг зависать. Но, к сожалению, не получилось. Я хочу сказать, что он вырастил прекрасных детей. Вот в прошлом году мы отмечали 80-летие Болота, и как раз совпало юбилеем Крымского кино. Это было очень грандиозное такое мероприятие. Мы отмечали весь Кыргызстан, целый год мы отмечали вместе. Но, к сожалению, не остались малые дети. Вот. Трое детей маленьких. Вот. Я желаю, чтобы Ая воспитала своих детей. Как он пожелал? Как он пожелал. Угу. Вот, дай Бог вот, здоровья этим детям и Ае. А как у нас мыслила жизнь? Жизнь – это тяжелая штука. Когда-нибудь жаловался, говорил об этом? Ну, жаловался, когда он просто мог сидеть без дела. Угу. А он не такой человек, он не должен сидеть просто так без дела. Он говорит, как я в клетке сижу в этой квартире, я не должен сидеть без дела, я должен снимать, творить, я привык. Угу. Да, это как птичку в клетку посадили, он ничего не может делать. А что было источником вдохновления? Его творчество? Я думаю, это в первую очередь я и наши дети, потому что он, даже побывая в разных странах, он же ездил, летал, приезжая через несколько дней, даже после этих кинофестивалей, после мероприятий, он говорит, ох, как дома хорошо. Самый ценный подарок, который он вам сделал? В первую очередь, да, дети, Бог дал нам детей. Айхан, наша беседа, я думаю, прошла очень интересно. Я думаю, будет интересно и для наших телезрителей. Что вы добавок в последний раз, последний вопрос к вам скажете нашим телезрителям, пожелаете? Я вам скажу огромное спасибо, что вы не забываете. Телезрителям скажу, пожелаю крепкого здоровья, успехов, счастья в семье, чтобы родные, дети всегда были здоровы и счастливы.